Мама – главное слово для каждого из нас. Именно мама любит и сопровождает нас с рождения. Неудивительно, что в мире появились свои особые дни, посвященные мамам. В нашей стране этот праздник отмечает последнее воскресенье ноября. Российский день матери в 2023 году пройдет 26 ноября. Поздравили своих мам и воспитанники Чебоксарского детского сада номер 209 «Эврика». Конечно, мы очень старались, очень сильно и долго готовились, хотя это у нас как бы не как утренник, а просто как концерт. Без персонажей, без ничего, но было сложно, мы тщательно готовились, пели песни, танцевали, и все, конечно, стараемся с ногу со временем, чтобы детям было и интересно, и задорно. Ребята разучили стихи, песни и веселые частушки. Малыши очень старались, чтобы праздник получился веселым и интересным. Конечно же, это еще один повод порадовать своих любимых мам и подарить им положительные эмоции. Ведь мама – это именно тот человек, к которому мы очень привязаны в детстве и к которому приходим за советом, став взрослыми. На самом деле, в нашей стране есть традиция. Каждое последнее воскресенье ноября мы празднуем очень теплый, уютный семейный праздник. Это День матери. Это еще один повод поделиться теплом с нашими мамами, поздравить их. Ведь ничего нет, наверное, более искреннее и настоящее, чем материнская любовь. Независимо от того, взрослый или маленький ребенок, да, мы должны помнить о том, что только мама нас принимает такими, какими мы есть, только мама может нами гордиться и принимать нашими со всеми неудачами. На самом деле, большое спасибо нашей администрации, нашей Татьяне Николаевне, заведующей, всем воспитателям, музыкальным руководителям за такой замечательный праздник в преддверии самого классного осеннего праздника. С Днем матери! Каждый из ребят поблагодарил свою маму и сделал ей приятный сюрприз. Раз пошел Алеша сам за крупой ванили сам. Мама, а крупы там нет, мне пришлось купить конфет. Мамам посвящается много стихов и песен. На свете добрых слов живет немало, из добрее и нежнее. Одно из двух слогов простое слово «мама». Так что такой праздник – еще один повод поздравить самого близкого человека. Мне мамуля лучший друг, а точнее подруга. С мамой вовсе не страшна ни жара, ни зима. День матери напоминает нам о ценности материнства, о том, сколько труда, любви и самоотверженности мамы вкладывают в воспитание и заботу о детях. Этот праздник подчеркивает важность семейных отношений и преемственности традиций, учит уважать женщин и ценить их роль в обществе. Яковлева, Степан Гурьянов, «Жизнь столицы».